В Екатеринбурге завершился международный театральный фестиваль современной драматургии «Калейдопляс». Гран-при получил Чувашский государственный академический драматический театр за спектакль «Бабу Шанель» по пьесе Николая Калейды. По сюжету пьесы бабушки поют в ансамбле, чтобы забыть о возрасте и проблемах, чтобы видеть баяниста Сережу, которого они по-матерински любят. Но он привел в ансамбль новенькую, молодую и дерзкую, какую-то «Бабу Шанель». В Екатеринбурге спектакль шел на чувашском языке, непривычном для зрителей. Многие слушали перевод только одной стороной наушника, другой старались уловить красоту речи. Диплом участникам фестиваля был вручен лично автором Николаем Калейдой. Членам жюри и критикам понравилась игра ансамбля бабушек. Почти в один голос отметили хорошую работу сценографа Валерия Яковлева. Сценическое пространство оформлено просто и точно. Особо отметили игру народной артистки СССР Веры Кузьминой.